Мы были самыми настоящими классическими москвичами. Мы живем в центре Москвы, в принципе. Я вообще пешком хожу на работу. Муж сейчас работает из дома. И пришли мы, как все, через пандемию. Вот, когда, просидев месяц в апреле дома, март-апрель дома, мы поехали на старую нашу дачу, чтобы хотя бы воздуха глотнуть. Вот. И как бы мы там провели целое лето, но та дача, мы ее как бы давно пытались продать, мы дом продали и решили что-то построить такое для себя, то, что нам нравилось, современное, то, что подходило бы именно нам. И мы решили построить дом из бруса и воплотили свою мечту в компанию PSDSK. Изначально как бы у меня была просто мечта, вот я всегда хотела, я люблю, когда много воздуха, много света, и мне хотелось именно дом, мой основной был запрос, это дом с большими окнами и высоким потолком, потому что я считаю, что все-таки, если ты живешь за городом, ну, не хочется быть чем-то сдавленным, как бы мельчить все-таки, если что ты там делаешь для себя, чтобы это было комфортно, уютно, красиво. Мы отошли от идеи двухэтажного дома, пришли к одноэтажному, из одноэтажных стали выбирать, смотреть, что нам больше подходит. И вот выбрали Турин, ну как бы его сильно, правда, переделали под себя, под планировку. То есть нам сказали, что можно сделать все, что угодно, как бы дайте только отправную точку. И мы просто увеличили площадь, поменяли тут несколько комнат местами. У нас высота потолков 5 метров. Террасы у нас 168 метров общая площадь. Площадь внутренняя жилая – это 130. Из них 8 котельная и 8 прихожая. Вот все остальное за счет одноэтажного дома, плюс для меня, допустим, был одноэтажного дома, что у тебя не тратится много площади на лестницы, площадки, коридоры. Одноэтажный дом – это все полезная площадь. Строительство шло очень бойко, на самом деле, гораздо даже быстрее, чем мы рассчитывали изначально, потому что в мае мы заключили договор. Значит, где-то месяц мы согласовывали планировочные решения, все изменения вносили, которые мы хотели, там архитекторы их правили. И потом, как бы в начале июля, как сейчас помню, там 10 июля, бригада заехала на фундамент. К концу июля фундамент был уже сделан, вот, он там отстоялся какое-то время, ну, сколько там положено. Потом заехала бригада, привезли брус, дом собрали за 4 дня. Как бы вот сами стены бруса, и уже к концу, даже к середине сентября уже была крыша, были окна, то есть теплый контур был полностью замкнут, наверное, месяца за два. Вот. И мы сразу же приступили, у нас тут электрический котел и газовый котел, но на время стройки работал электрический, потому что газ еще не был подключен, и сразу приступили к отделке внутренней, и мы получили как бы свой дом вот в таком виде, ну только полном, клала другая фирма, к концу декабря. Все, за исключением установки дверей и пола, нам делал, ну естественно, мебели, как бы нам делал АПСДСК. Вот, сделали замечательно, я считаю. Быстрый срок. Мы выбрали высокий брус, но как бы мы достаточно быстро пришли к этому решению. Мы увидели в офисе, просто там стояло несколько образцов. И у нас, так как дом высокий, вот, и понятно, что на такие большие площади мельчить не нужно, иначе это будет смотреться, ну, как, не знаю, как вагоночка. Цвет называется сигнальный серый, если по ралу смотреть. Была зима, он и зимой очень выигрышно смотрится на белом, на фоне белого снега. Мы довольны. Значит, в этой части у нас находится кухня.
за кухней находится котельная большая, что в принципе то, что у нас есть газ в поселке, и естественно, ну, в принципе, для всех инженерных систем нужна отдельная комната, у нас там химподготовка воды, котельная, все. И здесь у нас заходишь, когда с улицы, кухонная зона такая, из которой выход есть на террасу, террасы еще нет, но как бы она будет. Вот, поэтому здесь, ну вот, как вы видите, вся наша кухонная техника, в принципе, кухня, ну, может быть, не очень большая, но все очень хорошо уместилось, и в плане логистики здесь кухня, здесь котельная, где можно хранить какие-то дополнительные вещи для кухни, технику, еще что-то. Вот, это наша гостиная, которая является продолжением кухни, за счет чего создается такой один просторный общий объем. Основное преимущество этой гостиной – это высокие потолки, на которые я уже неоднократно делала акцент, и большие окна, чтобы было много света, много цвета. Вот. Тут у нас расположился такой огромный царь-диван, потому что гостиная в первую очередь является местом отдыха. Стоит телевизор, такое вот удобное кресло и наша царь-люстра, мы ее так называем. Вот. Все такое как бы, ну, достаточно простое, но яркое, интересное, комфортное. Вот. Планируем повесить вот картину еще, пока что вот только сегодня привезли. И, возможно, здесь поставим еще какой-то небольшой электрический камин. Окна большие, конечно, мыть их достаточно сложно, с одной стороны. Но, с другой стороны, современная техника позволяет нам творить чудеса. Есть роботы-пылесосы, которые присасываются на стекло, и пока ты занимаешься своими делами, за 10 минут тебе моют окна, тебе только надо рамы протереть. Вот, поэтому из всех ситуаций можно найти любой технологический выход. Это другая комната, гостевая. Такая вот небольшая комната, достаточно уютная. Кровать, большой шкаф, так как у нас нет отдельной гардеробной, во всех комнатах есть достаточно большие вместительные шкафы, которые позволяют хранить много всего там полезного и интересного. Самое главное не развестись, конечно. Но у нас в этом смысле все было нормально. Ну, мы как старались, я как говорю, что вот если я сейчас тебе уступлю, то в следующий раз ты мне уступишь. Вот. И так вот мы как бы плавненько дошли до конца своего ремонта, все сделали до конца своей стройки. Но так как я инженер по образованию и, в принципе, практикующий инженер, решение по техническому оснащению, конструктиву было доверено мне. Вот, по большей части, ну, планировку, конечно, мы вместе все согласовывали. Вот, по поводу мебели, внутреннего наполнения, как бы мы где-то шли друг к другу на компромисс, но в общем и целом мы, в принципе, смотрим в одну сторону, ну, если где-то расходимся, то, ну, всяко было, но, в принципе, все хорошо, да. Вот у нас еще одна маленькая, ну не маленькая, хорошая комната, как этаж 16 квадратных метров, достаточно вместительная комната, но она немножко захламлена пока что из-за того, что здесь хранятся остатки строительного материала. Вот, ну так вот, тоже хорошая светлая комната. В принципе, в доме 3 комнаты получилось. И вот здесь у нас расположен гостевой туалет. Ну, в доме, в принципе, 2 санузла. Душевая кабина, вот стиральная машина и сушильная здесь прекрасно встали. В теплый пол оказался очень полезным, просто очень полезным теплым полом. Замечательная была идея, хотя изначально мы не думали делать, но так как у нас нет батареи, так как санузлы находятся внутри дома, вот сейчас даже мы здесь стоим, достаточно прохладно как-то так. Но если включить теплый пол, то буквально через полчаса здесь будет комфортная температура. Ну, сейчас, конечно, не холодно, но с теплым полом гораздо комфортнее находиться. Вот. Так что вот здесь стена нашей славы. До пандемии, как мы ездили, путешествовали по горам, по долам. А это наша последняя комната, наша главная спальня,
наше место эксперимента, потому что во всем доме стены обшиты имитацией, а здесь мы решили поэкспериментировать. И вот стена из гипсокартона, на которую мы заказали фреску у специализированной компании, они нам ее поклеили. И это наш такой арт-объект, я его называю, в этом доме. И от него мы уже потом отталкивались, подбирая интерьер для комнаты. Но на самом деле тоже все это было как бы по частичке собиралось-собиралось. И, в принципе, получилось очень неплохо. А вот шкаф, тоже здесь есть такой нюанс, потому что в этом месте переруб у дома. Вот. И нельзя поставить шкаф вплотную к стене, 20 сантиметров остается. И мы заказывали шкаф на заказ, то есть как бы начертили там эскиз. И здесь вместо переруба сделана такая полочка декоративная, чтобы можно было поставить как раз какие-то фотографии, и по бокам шкаф. И мне кажется, что получилось очень даже оригинально, хорошо все выглядит. По поводу вот окон как раз, да, большие окна замечательно, но есть такой нюанс, что шторы нужно шить на заказ, вот, потому что на такие большие окна невозможно купить готовые шторы, то есть высота, по-моему, полотна 4,30 у этой шторы. И второй момент, что этими шторами не так просто управлять, как бы ими задернуть, поэтому там наверху есть такая ниточка, это управляемый карниз. Можно сделать электрический, но электрический — это как бы достаточно дорогое удовольствие. Минимум раньше было 30 тысяч на один карниз. Вот. Управляемый карниз обычно гораздо проще и эффективнее, там нечему ломаться. Есть бегунок, есть тросик, которым ты спокойно открываешь и закрываешь как бы комнаты, ну, как бы шторы, поэтому никакой проблемы со шторами, в принципе, нет. Ну, такое большое окно, но единственное, что, конечно, это немного дороже шить на заказ шторы, тем более такой большой площади. Вот. И здесь у нас еще в этой комнате, у нас как бы нет гардеробной, но есть отдельный санузел именно для хозяйской комнаты, для нашей, когда вы, если будут гости, они будут пользоваться тем санузлом, а мы пользуемся только вот наш санузел. Вот. Мы заказывали мебель вот из Кирова и заказывали стулья там из Казани. И все получилось на самом деле просто отлично. Ребята очень вовлечены в процесс, всегда идут на контакт. Там, да, нет возможности посмотреть как бы готовый продукт, но можно почитать отзывы, можно посмотреть их фотоработы. Они присылают тебе макет, поэтому, ну, там по предоплате как бы работает, да не по 100%, ты оплачиваешь часть. И все, что мы получили, на самом деле превзошло даже наши ожидания и просто вообще идеально вписалось в интерьер, поэтому я считаю, что с мебелью однозначно можно найти замену знаменитым итальянским брендам, которые будут совершенно не хуже и смотреться просто как арт-объект. Я считаю, что в первую очередь нужно ориентироваться на свои желания сейчас. Мы никогда не можем спрогнозировать, что будет через год, что будет через два, тем более в нынешних условиях, как бы. И когда вы планируете свой дом, основное – это как бы создать место уюта какое-то для себя. Вы задумываете грандиозные проекты, влезаете в огромную стройку, и в итоге вы можете годами строить этот свой дом, потратив на него все свои силы и нервы, и не получите того результата, который, может быть, хотите. Надо всегда стараться найти баланс некий между тем, что вы хотите, что вы можете себе позволить, и что вам нужно на самом деле. Потому что вы должны понимать, что большой дом, допустим, даже в плане того, какая хозяйка, его нужно убирать, его нужно обслуживать, его нужно мыть. Нужно подобрать дом именно такой,
Вот его должно быть именно столько, сколько вам нужно. Ну, может быть, не прямо сейчас, а вот на ближайшие несколько лет. Потому что задумываться, что у вас там будет 10 детей, будет 10 детей, постройте там рядом еще один дом для них, и они там будут счастливы жить. Вот. То есть получается, что не надо, мое мнение, не надо растягивать этот процесс на года, строить там себе особняк и ждать, когда ты там будешь встречать старость. Вот как раз к старости и построишь тогда.